12 августа 1945 года. Впервые после 4 лет войны в Москве на Красной площади состоялся традиционный всесоюзный парад физкультурников. Под гербами 16 республик собралась 23-тысячная армия самых лучших физкультурников нашей страны, олицетворяя дружбу и силу народов Советского Союза. Молодо и нарядно выглядела в этот день площадь столицы. Физкультурная молодежь братских республик вышла на Красную площадь в своих национальных костюмах. Они пришли сюда, лучшие спортсмены советского государства, из городов Прибалтики, с полей Украины и Белоруссии, из знойного Туркменистана, Узбекистана, плодородных степей Молдавии, солнечной Грузии и Армении. Тысячи москвичей направляются к своим местам на трибунах. Руководители партии и правительства направляются из Кремля на Красную площадь. Товарищ Сталин! Руководители партии и правительства Советского Союза. Сюда же были приглашены генерал американской армии Дуайт Эйзенхауэр и посол Соединенных Штатов Америки в СССР господин Гарриман. Принимает парад председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме Союза СССР товарищ Романов, секретарь ВЛКСМ товарищ Михайлов и секретарь ВЦСПС товарищ Тарасов. Командует парадом генерал-лейтенант Синилов. «Участники всесоюзного парада», — сказал товарищ Романов. «От лица миллионов юношей и девушек, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, вы демонстрируете здесь свою боевую готовность, сплоченность, несокрушимую дружбу и единство народов Советского Союза
безграничную преданность Центральному комитету большевистской партии, советскому правительству, нашему вождю, товарищу Сталину. Парад открывает головная колонна представителей союзных республик. Российской Федерации, спортсмены Украины, физкультурники закавказских республик, в их рядах прославленные альпинисты, гимнасты, чемпионы и рекордсмены Советского Союза. Физкультурники Средней Азии. Спортсмены самой Северной Республики, делегаты Карело-Финской ССР. Физкультурники Молдавии. Спортсмены Прибалтики, делегаты Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Самое молодое спортивное общество – трудовые резервы. Ленинградской ордена Ленина и ордена Красного Знамени Институт физической культуры имени Лесгафта. На Красную площадь вступили колонны спортивных обществ, профсоюзов, представители всех профессий. Шли те, кто вооружал, кормил, одевал и снабжал всем необходимым Красную армию.
Спортивное общество «Крылья Советов». Молодежь советских авиационных заводов. В рядах общества «Крылья Советов» мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Григорий Новак и мировая рекордсменка в беге на средней дистанции Евдокия Васильева. Физкультурники спортивного общества «Зенит», оружейники, бесперебойно снабжавшие Красную Армию пушками, автоматами, винтовками. Спортсмены общества «Медик». Спортивное общество «Металлург». Спортивное общество «Строитель». В рядах общества мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Косарев и один из лучших боксеров страны Огуренков. Спортивное общество «Энергия». Спортивное общество «Большевик». Ордена Ленина, общество «Спартак». Высокую правительственную награду получило это общество за массовую физкультурную и спортивную работу. На Красную площадь вступили спортсмены самого популярного в стране Ордена Ленина добровольного общества «Динамо». В рядах этого общества 61 чемпион и рекордсмен Советского Союза. Торжественный марш физкультурников замыкает колонна велосипедистов. Начались спортивно-гимнастические выступления. Красная площадь превратилась в пионерский лагерь. Зажегся традиционный пионерский костер. Thank you.
школьников сменяют спортсмены Эстонии. Латвийская делегация. Выступление спортсменов Прибалтики завершила делегация Литвы. Народный танец «Косари». В союзном физкультурном параде участвуют спортсмены самого молодого общества «Трудовые резервы». 3500 юных ремесленников заполнили Красную площадь. Ученики ремесленных училищ отлично совмещают производственное обучение с физической подготовкой. Thank you.
Физкультурники Молдавской Республики исполняют свой народный танец «Молдаванеска». Площади прославленные мастера водного спорта. Делегация физкультурников Карело-Финской Республики. Карело-финская делегация закончила народным танцем «Сапо». Вслед за карело-финской делегацией на площадь вышли физкультурники Киргизии. Киргизии сменила туркменская делегация. Выступление физкультурников Таджикистана. Thank you.
студенты Московского энергетического института имени Молотова. Физкультурники Казахстана. Выступление спортсменов Узбекистана. Ленинградский государственный орден Ленина и ордена Красного Знамени Институт физической культуры имени Лесгафта. Орденом Ленина институт награжден за образцовую подготовку кадров советского спорта. Орденом Красного Знамени за подготовку боевых резервов, за боевую деятельность в партизанских отрядах в годы Отечественной войны. Делегация физкультурников Армении.
Спортсмены Грузии. Делегацию Грузинской Республики сменили физкультурники Азербайджана. На площади 1300 гимнастов, добровольных спортивных обществ, профсоюзов. Физкультурная делегация Белорусской Республики. Выступают физкультурники Украины.
Спортивно-гимнастические выступления завершают студенты Московского ордена Ленина Института физической культуры имени Сталина. Партии и правительства направляются из Кремля на Красную площадь. Товарищ Сталин.
и единство народов Советского Союза, безграничную преданность Центральному комитету большевистской партии, советскому правительству, нашему вождю, товарищу Сталину. Парад открывает головная колонна представителей союзных республик. Российской Федерации, спортсмены Украины, августа 1945 года. Впервые после 4 лет войны в Москве на Красной площади состоялся традиционный всесоюзный парад физкультурников. Под гербами 16 республик собралась 23-тысячная армия самых лучших физкультурников нашей страны, олицетворяя дружбу и силу народов Советского Союза. Молодо и нарядно выглядела в этот день площадь столицы. Физкультурная молодежь братских республик вышла на Красную площадь в своих национальных костюмах. Они пришли сюда, лучшие спортсмены советского государства, из городов Прибалтики, с полей Украины и Белоруссии, из знойного Туркменистана, Узбекистана, плодородных степей Молдавии, солнечной Грузии и Армении. Тысячи москвичей направляются к своим местам на трибунах. На трибуне Мавзолея руководители партии и правительства Советского Союза. Сюда же были приглашены генерал американской армии Дуайт Эйзенхауэр и посол Соединенных Штатов Америки в СССР господин Гарриман. Принимает парад председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме Союза СССР товарищ Романов, секретарь ВЛКСМ товарищ Михайлов и секретарь ВЦСПС товарищ Тарасов. Командует парадом генерал-лейтенант Синилов. Участники всесоюзного парада, сказал товарищ Романов. От лица миллионов юношей и девушек, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц,
Вы демонстрируете здесь свою боевую готовность, сплоченность, несокрушимую дружбу. Физкультурники закавказских республик. В их рядах прославленные альпинисты, гимнасты, чемпионы и рекордсмены Советского Союза. Физкультурники Средней Азии. Спортсмены самой Северной Республики, делегаты Карело-Финской ССР. Физкультурники Молдавии.